Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня, у нас будет новое интересное видео, как вы поняли по названию. Сегодня будет своего рода нарезочка интересная, со слета получается. И также увидите, как мы дремели с мусорами. Я вам рекомендую смотреть это видео в наушниках, потому что в этом ролике будет присутствовать мат довольно-таки много, поэтому всем советую надеть наушники, либо просто приключить звук, чтобы вдруг родители ваши не услышали, что вы такое смотрите, слушаете там и так далее. Поэтому советую вам смотреть это видео в наушниках. Также не забывайте видеть по промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холи Плей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Рома, блядь, кому дом можно дать, сука? Тут дом, который никто не ловит. Да. Ты хорошо говоришь, что хочешь подержать дом или что? А нет, тут один кака. Какие три кака, блядь? Лям. Ну поехали на тарку, ты где? А то в особняке есть марихуана, ебать, я сейчас наебашусь. Чтоб ты понимал, тут знаешь, сколько людей у меня? Раз, два, три, четыре, пять. У меня пять человек уже, кроме меня стоит. У меня три человека, наверное. У нас, кроме нас, тоже пять человек. Понимаешь, что я неделю назад только ешку купил? У меня было 60 лямов неделю назад. А надо просто B, Enter или просто B? B просто дома силовить. А если бизнес, B, Enter? Да нахуй ты стал на чекпоинте, сука. Уёбище, блядь, дедомовское, блядь. Иди нахуй отсюда. Я не могу выйти из бизнеса. Иди нахуй отсюда, шалава, блядь. Ебать, блядина, сука, уёбищная, блядь. Да иди нахуй отсюда, сука. Я не могу выйти, блядь. Сука, блядь, выйди с АФК, пидорас, блядь, ебаный, сука. Гандон, блядь. Ещё в маске, сука, шалава ебаная, блядь. Сука. Пидорас, иди нахуй отсюда, блядь. Да, блядь, уберите свои машины нахуй с особняка. Сука, еще топлива нету в этой машине. Ебал я рот, сука, блядь. Слышите, Кирилл, ты можешь приехать у ВЧ у дома, забрать меня, отвезти к другому дому? Просто меня ешка... Я ровно на чекпоинте стою. Да бери быстрее. Пять человек нахуй дом ловят, который я ловлю. Давай, ехай, ехай. Пять человек? Да. Ехай 225-й. Нахуй ты дымишь, я не понимаю. Кто тебя нахуй дэмит, слышишь? Я этот дом ловлю. У меня фрапс идет, долбоёб, сейчас отлетишь нахуй. Мне похуй, блядь, я мискликнул, блядь. Ага. 197-й, фастом. Поехал, лучше КТС ловлю в Арзамасе. Так, там дофига людей, едь на 197-й. Бля, я уже заебался, я то один дом, то второй, блядь, то еще, блядь. Надо найти дом, где госка большая, блядь, чтобы мало кто ловил. Там просто где госка меньше, там больше людей, нахуй. Я не сказал, тут у нас 10 лямов госка, блин. Ну, 10 лямов это не так уж и много. У меня бронь не куплена, у меня все куплено, только я не знаю, какой ловить, у меня, блядь, поднимается сахар. 236-й, горшкела. Короче, я еду в южный ловить дома, блядь. Глеб, займу 400, если отдашь лям. Да Рома, ты что охуел? Адам, 400, если как-то закроет рот. А говорили, вы смотрели, много людей? Глеб, говорили, много людей? Да, там будет много людей, там 200к госки вообще. Я до сих пор не нашел дом, который я хочу ловить. Понимаю, блядь, машина взорвалась, нахуй, и меня, блядь, кикнули. Короче, я просто, блядь, встал на любой дом. Там у ВЧ, блядь, я обалдею, сколько людей. На 58-м нажать B плюс Enter. Ты бизнес ловишь? Типа одновременно, да, вот так вот, быстро. Ну да, так, чтобы тебя только не кикнуло. Блядь, сейчас бы метку поймать только, нахуй, хуя споймаю. Горшок, тут говорит это, просто скоро чел приедет, будет стрелять. Пацаны, в 90 тауди один слямов. Пацаны, я прям стою на метке, блядь, сейчас бы словить пизда будет. А если просто на 58-м очень медленно нажать Б, а потом на 59-м секунде... Уже хуяет. Киря, это я тут стою. Киря, а что за коттедж подъезжал? Да смотрел, ебать, там дохуя людей. Можно было бы вон туда на крышу залезть, я бы там на крыше стоял бы и ловил бы. Но он меня тоже кикнул. Пацаны, а вы где, что делаете? Я дом ловлю. Я до сих пор не нашел дом, который словить можно. Возле моего дома, по-моему, слетают еще. Да там много людей везде. А пацаны, если я словлю, что там написано будет? Типа вы купили бизнес, да? Да я катаюсь туда-сюда, не могу найти, блядь, где мало людей. Любой, займи, да и все. Окей. А в принципе, ехай к нам еще. Смотри, вот, например, я написал таймстемп, да, возле чата там секунды и время видно. Это лучше, чем через тайм, да? Не или знаю. Я хз как...
как делать, чтобы точно время нажимать. Я просто не понимаю. Около Амазинга написано время. Смотри, у меня сейчас написано около Амазинга 16.45, потому что, типа, у меня время по-армянски. А, ну, типа, сейчас у меня 16.45, а у них еще 15.45. Да. Все на час больше. Я уже заебался туда-сюда ездить. Бля, хотя бы если я не словлю близак, пусть, блядь, Егор или Матвей словят, блядь, хуйню нахуй этот коттедж. Ебать, говорили бля, людей бля. До пизды, бро, блядь. Я никогда дома не ловил, я только один раз, когда же поймалось. Я поймал только дом в горели один раз вместе с Саидом, и все. Он мне в Дискорде хуярил, нажимай, Давид, давай. Я нажал, я оказался возле, ну, внутри дома, и меня кикнуло. Я потом перезашел, смотрю, типа, дом Давид воевой. Yeah. Меня прям там предлагали, типа, высокий класс был, предлагали 7 лямов, но я не отдал. Как это, Фа, мне интересно, как ты будешь словить с домом? Не знаю, по приколу. Что, Фа? Лям Матвей там нервничает, я уже прям чувствую. 417. Подойди возле синего справа, который вон под лестницей стоит. Попробуй. Горшок, прикинь, словим кто-нибудь, ты или я. Запрыгни к нам, на место нет. Нет места сзади меня. Да, он у вас дома есть, чего вы стоите? Друг, кстати, фреш, чекай мне справа. Мне напишет, типа, у вас уже есть дом, я сгорю. Я не могу на метку встать, что? Куда, блин, можно поехать? 5 минут, сука. Антон, если ты не поймаешь, то должен я поймать. Да горшок, микро и жопа, и говори. Ты нажимаешь, и все, больше ничего не надо? Или там еще подтвердить надо? Это, что меня хочешь? Спрашивает же ревила, какая команда купить би. Бля, я знаю, где один дом есть, где мало людей. Главное, вы не перепутайте, нажмите Б, а не Альт. Даже больше 10. Да, не Б, а Альт. Во сколько секунд нажимать? 59? А. На 59-м просто нажать Б и Enter, да? Ну, Б, Enter нажимать. Ебать, отлетают люди, ДМ, ну на РП. Я пошел в Акли. Тони Варган. Пацаны, всем удачи, всем, кто словит, тому просто респект. Всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я за всех рад буду. Если что, работает магазин 24/7, 729 GPS. Сами здесь дешевые ремкомплекты. Рамировал, блядь, Кирилла. Илюха тут в ахуе стоит. Чего? Сука, давай нахуй, Давид, давай, слови этот бизнес нахуй. Будет смешно, если они сейчас всех кикнут, и потом уже надо будет заходить ловить. Бля, если я не словлю, это будет... 40 секунд. Меня кикнуло! Не, я не стою. Меня тоже кикнуло. Меня кикнуло. Я два раза нажал. Перезаходите быстрее, блядь! Нет, не слетел. Не слетел. Оно может. Оно в прошлый раз через 5 минут слетело, пацаны. Они задержат на 5 минут, я вам отвечаю. В прошлый раз так же самое было. Я купил. Я словил. Пацаны, дом зарезервирован. Найс. Все, спасибо. Я словил, да! Да. Что словили? Я дом словил. Мой первый дом. Просто мой первый. Какой? Около недалеко от ша. Ну Илюха, чё за хуйня? Кабе, дай 500 кафас там. Пиздец, просто пиздец. Тебе ещё один дом не слетел. Да. Андрюх, подвинься, Андрюх, по-братски. Я словил, фу. Нихуя не красава. Словил вообще. Красава, Серёга, красава. Кирилл, тупо гетто тащер! А ну давай, ты ж гетто тащер! Просто нюхай яйца, обоссаны. Не боюсь, Кирилл обоссал, я в шоке. Понимаю. Ты дега? Я даже не стрелял, идиот. Сладки. Да. Ой-ой-ой, пацаны. Ой-ой-ой, анимка! Убиваем? Конечно, убиваем. Вот он. Умри, шлюха, блядь. Шалава, блядь. Ублюдок, шлюха. За мной. Азим бежит мусор. И вижу. Через СВД хуярит. ФСБ. ФСБшника, Кирилл, вы где? Кирилл, сейчас ФСБшнику. Я ногнул ФСБшника. Угу. Мент. Тихо. Не-не-не, я нормально, мне ничего не сделали.
Я ушел. Я вышел из тюрьмы с первого раза. Я ФСБшника. А у меня денег нету, чтобы выйти. Ты бы сказал, я бы тебе дал, Кирь. Ты в КПЗ? На 2 часа. Дуй, бегу, Кирь, подожди, ты же в КПЗ, бегу. У меня 100 материалов пиздуют мои машины, фикскар. Где эти ФСБшники, я их выебу сейчас. На особняк, Кирь, релогайся. Давид, ты у нас с вами? Да я офнулся, потому что за мной ФСБшник начал бежать. А, у меня денег нет, ебать, арендовать. Понимаю. Потёлочка. Ля, какая моя. Я ты глыз. Подарить Магну. Кирилл, подъезжай к Наталье и кричи, кому подарить Магну, я видос снимаю. О, блядь. Ебать тут людей. Ебать тут людей. Цветы продаем. Ебать тут людей. Пиздец. Что они тут делают? Подожди, а у вас нет свободных слотов, Кирилл. Понимаю. Как? Пересади. Подожди. Пересади и садись, где вышел. Походу, какой-то будет халявный магнум.